Сегодня я буду лепить лисенка из пластилина. Для него мне понадобится пластилин блестящего зеленого. Я глаза решила сделать блестящие. Еще рыжий, черный и белый. Сначала беру рыжий, отламливаю кусочек, разминаю. Катаю шарик. И формирую голову. Такая голова должна получиться. Дальше беру стек и делаю тут вот такие вот полосочки. Так должно получиться. Дальше беру пластилин белого цвета. Немножко разминаю. Катаю шарик. И раскатываю небольшую капельку. И присоединяю к мордочке. Дальше опять беру пластилин белого цвета, но уже немножко. Катываю колбаску. Скрещиваю, прилепляю. Лишнее отрезаем стеком. И все сглаживаю. Так вот должно получиться. Дальше сделаю саму мордочку. Стеком делаю сам ротик. У меня вот так вот получилось. Дальше сделаю носик. Носик я решила сделать черным. Присоединяю на самый кончик мордочки. Так должно получиться. Дальше беру блестящий зеленый. Отрезаю кусочек. И делю на две части. Катаю шарик. Ровненький. Сплющиваю. И приделываем снова лисенку. У меня получилось вот так. Глаза получились немного большеватые, но ничего. Дальше беру стек, отрезаю кусок. Беру кусочек для зрачка. Катаю шарик, сплющиваю и приделываю в серединку. Так вот у меня получилось. Дальше беру стек и делаю сверху две леснички. Вот так вот. Дальше беру кусок рыжего пластилина. Отрезаю от него кусочек, который потом делю на две равных части. И разминаю. Теперь выкатываю ушко. Такое треугольное ушко. Дальше беру стек. Делаю в нем углубление. Но внутрь ничего не нужно засовывать.
Так должно получиться. Дальше приделываю клесенку и разглаживаю стыки. Так должно получиться. Также делаю и второе ушко. Такая голова у меня получилась. Дальше сделаю тело. Кусок рыжего пластилина. Отрезаю кусочек. И разминаю. Выкатываю форму для тела. Так должно получиться. Я же беру кусок рыжего пластилина. Катаю колбаску небольшую. И присоединяю к самому телу. Дальше сделаю лапки. Кусок рыжего пластилина. Отрезаю от него кусочек, который потом делю на две равных части. И выкатываю лапки. Дальше делаю подошву. Просто немного приплющиваю. Должно вот так получиться. А вот толстяком делаю пальчики. Просто две полосочки. И вот такие лапки у меня получились. Дальше приделываю на тело лисенка, у него не прямо на животик, а рядом с его краями. И все приглаживаю. Так вот у меня получилось. Дальше сделаю задние лапки. Тоже отрезаю кусок рыжего пластилина, делю на две равных части, в которых потом вот так выкатываю колбаски. Также делаю подошву. Даже так немного подгибаю и приделываю к телу, тоже все приглаживаю. Также сделаю и вторую заднюю лапку.
такое тело должно получиться. Дальше кусок рыжего пластилина. Отрезаю кусочек. Так, колбаску. С одним заостренным кончиком. И кусок рыжего пластилина. Катаю шарик. Сплющиваю. Приделаю на кончик, где острый конец. Заново раскатываю, чтобы было более ровное соединение. И все поправляю. Такой хвостик должен получиться. Дальше приделываю его к телу и разглаживаю место соединения из стыков. Так вот должно получиться. Дальше соединяю голову с телом. Вот такой лисенок у меня получился. На этом мое видео закончено. Всем пока. Всем спасибо за просмотр.